Впервые на этой сцене дебютанты Зеленоградской лиги КВН, Зеленоградские белки. Я на позитиве.
стала Пугачева, лишила своего внука Дэнни наследства. Мальчику было больно, но он даже не пискнул. Красавчики! Зеленокрыти поймали за взятку двух начальников. И одного за задницу. Ребята, вы знаете, что вне зависимости от итогов сегодняшней игры мы проходим финал четвертой команды. Ну, конечно, знаю, что ты не я люблю тебя, Мороз, все сильнее. Нет, ребята, это несправедливо. Мы про все жюри пошутили. Даже про Жучкова Жанна два раза. Да, нет, один. А про Владимира Колесникова ни разу. Давайте. Это было выступление команды «Ребята».